будущим мэром города, что бы вы изменили? О, я бы сделал жизнь хорошей людям. Спасибо. Извините. Во-первых, дороги разбитые очень, еще центральной более-менее, а по сторонам разбитые ужасно. Во-вторых, и сам город надо как-то менять, немножко бы обустраивать, чтобы людям интересно было, и погулять можно было бы, и отдохнуть. Вот как-то смотришь в Тирасполе, там более жизнерадостный как-то народ, больше эти мероприятия, все. А у нас это бедновато немножко, надо немножко с людьми работать, конечно. Он еще особо не освоился, еще все впереди у него, еще время есть показать себя, а пока еще мы этого не поняли. Обновил бы наши парки, аллеи, которые когда-то были очень красивые, зеленые, те же аллеи, где у нас сосны очень красивые когда-то были. Сейчас ходишь и удручающий вид, все сохнет. Столбов все больше, деревьев все меньше, пилят. Очень мало для молодежи, для развития молодежи. Им негде работать, они уезжают. Вот в этом плане, если бы наше руководство постаралось, рабочие места немножечко подсуетилось для нашей молодежи. А у нас практически пенсионеры и дети, которые учатся в школах, а так работать. Но вот если через 2 года наша молодежь не будет уезжать, то это будет большое спасибо нашей администрации и зеленый город. Дома немножечко, вот в центре города есть такие не очень новые. Обновить бы их центр, чтобы красивый был. Красивее. Это единственное, что, мне кажется, цены все же посмотрели бы. Очень уже не. Особенно рынок у нас. Там безобразие, мне кажется, творится. Отремонтировал бы все дороги. Дороги. Да. Вот это, наверное, бич нашего государства. Все по чуть-чуть. В первую очередь, чем вы занялись? Коррупцией. Как вы себе это видите? Борьба с властью, с милиционерами, с беззаконием. Скажите, если бы вы стали мэром города, что бы вы изменили в первую очередь? Мэра бы изменили. Действующего. Нет, вы уже стали мэром города. Что бы вы изменили в первую очередь в городе? Стал бы преследовать бывшего мэра. Ну вы шутите. Конечно, шучу. Я человек пенсионного возраста. Я бы, конечно, помогла бы такому населению, потому что оно, конечно, преимущественно в нашем городе. Вот. И детей бы защитила обязательно. Обязательно. Мне вот прям как-то вот что-то так хочется, чтобы детям было нашим очень хорошо. Я бы больше каких-то вот мероприятий для молодежи сделал, приглашал бы каких-нибудь гостей. То есть молодежь нам нужна. Это как бы наше будущее. Я в этом лице хотел бы больше где-то в чем-то участвовать. В Тирасполь заезжаешь, там на площади есть люди, в парках есть люди. У нас заехал и умер. Все эти кучи куда-то вымерли. У нас была бы обстановка поактивнее, тогда и маршрутчики даже бы до 12 бы работали, мне кажется.